Молдогулова Алия Нурмухамбетовна. Ефрейтор. Снайпер 4-го отдельного батальона стрелковой бригады. Представляется к званию Героя Советского Союза. Год рождения 1925. Национальность казашка. Член ЛКСМ. Убита в бою за деревню Казачиха Новосокольнического района Псковской области 14 января 1944 года. Дорогая Сакура, ты не представляешь себе, какую радость доставило твое письмо после долгой разлуки. Я сейчас нахожусь в Подмосковье. Учусь в школе снайперского дела. Как получишь это письмо, ни минуты не теряя напиши, как ты живешь. Получаешь ли письма из аула? Здоровы ли старики? Если будешь писать, то пошли им от меня поцелуй. Сегодня ходила в лес за цветами. Набрала букет. Лес близко-близко. И кругом луга и поля. Цветов много. И такие красивые. Вот, чтобы одной не наслаждаться, я шлю тебе гвоздику, незабудочку, земляничку. Мой адрес – Московская область, почтовое отделение Щелково, Центральная женская школа снайперов, Молдогуловой Алии. Когда я читаю письмо о цветах, мне вспоминается все самое счастливое время, которое мы провели вместе с Лией в Москве и Ленинграде. О детстве Алии рассказывает ее тетя Сапура Молдогулова. Вспоминается, как мы вступали в пионеры, и первая елка, которую мы увидели в школе и в академии, где учился брат, и экскурсии по городу, мавзолей Ленина, планетарий, дом пионеров. Вспоминается. Оставил еще след тех событий, которые происходили
те времена, когда мы жили в Москве и в Ленинграде, особенно в Москве, когда мы встречали папанинцев, когда происходил это самое впервые в истории беспосадочный перелет. Летчиц наших Полины Осипенко, Марии Крезодубовой. Все это Лию волновали. И вот она старалась раздобыть книги, рассказы о таких людях. Она запоем читала книги. Даже приходилось поздно ночью снохе отбирать ее. Она даже книги прятала под подушку. И стать героем. Она, конечно, не мечтала так, что совершить какой-нибудь подвиг. Подвиг это, то, что она совершила, это долг, защита Родины каждого. И вот помнится последний день нашей встречи, 9 июля. Когда мы выезжали из Ленинграда, ее звали мы выехать. Но она сказала, нет, Сапураш. Сколько нам дал Ленинград? Могла бы ты остаться, но у Снохи трое детей. Ты езжай, а я останусь. Нельзя из Ленинграда выезжать. Если понадобится, то придется с оружием в руках идти на защиту. В 1942 году мы получили с района известие о том, что к нам в село едут ленинградские дети, вывезенные из блокадного города. Подготовили помещение для их приема, школу подготовили. Татьяна Евгеньевна Суворова, учительница из села Вятское Ярославской области. Ну, имели понятие о том, что там дети пережили. И обстрелы, и бомбежку, голод, холод. Но когда приехали к нам дети, мы были изумлены. Даже трудно передать словами, как они выглядели. Худые, обтянутый скелет кожей, желтый, сморщенный. Это маленькие старички. Детей, приехавших из Ленинграда, обращала на себя внимание стройная, высокая черноглазая девочка, очень такая быстрая, ловкая. Это была Лея Молдогулова. Ну, во-первых, она единственная была по национальности казашка, а во-вторых, она обращала внимание на себя не тем, что она казашка, а вот тем, что она очень серьезная, не по-детски серьезная, не по-детски сосредоточенная на всем. Ведь она перенесла и голод, и холод, лишения, обстрелы, бомбежки. Один путь по этой Ладоге, что стоил детям. И тем не менее, она, пожалуй, из-за всех детей была мужественнее. Вот почему она так хорошо запомнилась. Она часто в разговорах, так в личной беседе, вспоминала Ленинград. Вспоминала, как она его любила. И почему она именно осталась в Ленинграде, не поехала, не воспользовалась
той возможности эвакуироваться вместе со взрослыми, со своими родственниками. Рассказывает этот эпизод, и она жалеет, как будто это изранена она сама, рассказывая о ранах Ленинграда. Но что же породило в ней этот героизм в такой хрупкой на вид девочке? Может быть, бурно развивающиеся события в довоенное время она в себя впитывала так жадно? А может быть, как дочь героического казахского народа всосала с молоком матери в себя? Может быть, то и другое вместе взятое? Кто знает? Решила пойти в военкомат, подать заявление добровольно на фронт, чтобы меня зачислили тоже с винтовкой в руках. Надя Матвеева, боевая подруга Алии, вспоминает о встрече с ней. И вот я впервые среди девушек-то увидала Алию. Ну, не русская была такая, маленькая, хрупкая, худенькая. Ну, я подошла к ней, вот она такая обиженно сидела, говорит, что вот мне отказали в просьбе меня зачислить. Взять на фронт, потому что, говорят, что мне лет мало тогда, в то время брали только с 18 лет. Вот так мы с ней разговорились. Но она все-таки как-то, знаете, настойчиво и упорно добивала своей цели. Снова пошла к военкому, выпросилась. И вот меня, ее, еще группу девушек зачислили на эти снайперские курсы. Дорогая Сапура, в настоящее время мы находимся в лагерях и сдаем зачеты. Но по окончании учебы, видимо, не сразу поедем на фронт. Хотя мы все с нетерпением рвемся туда. Вот уже несколько дней, как приезжает новая смена со всех концов Родины. Мне очень хочется, чтобы приехала хоть одна казахская девушка. Ведь в нашем наборе только я одна. Осмотрели строй, и вот на левом фланге стояла совсем еще девочка, не выше ростом, не выше винтовки. Гвардии полковник Николай Матвеевич Уральский, бывший командир 54-й стрелковой бригады. И я спрашиваю, кто такая? Снайпер Молодогулов отвечает. Посмотрел на Молодогулову, уж больно она мне маленькая показалась. Она мне еще меньше показалась. И я отдал распоряжение отправить Молодогулову в медсанбат. И мы пошли командованию. Не успели отойти 5 метров, как Молодогулов переградил мне дорогу. Смотрит на меня, я на нее. Справа строй девушек. Улыбается, уже знает, что это за характер. Она мне и говорит, а я вот на фронт приехал, товарищ гвардии полковник, не картошку чистить, а бить фашистов. Ух ты, говорю, какая. А вот такая, говорит. Пишу в глубоком окопе. Вокруг много деревьев. У меня на голове каска. За поясом гранаты, в руке винтовка. Находимся на переднем крае. С фашистами встречаешься лицом к лицу. Я думала, буду трусить, а сейчас этого за собой не замечаю. Почему? Пули летят рядом, гранаты и снаряды взрываются близко.
но не страшно. Привыкла. Если бы увидела меня, то не поверила бы, что я стала такой, что даже наши солдаты удивляются. Фрицев не жалею. А вначале немного волновалась. Утром на линейке наш командир вызвал меня на 3 шага вперед. Он сказал: снайпер Алия Молдогулова за 3 дня убила 14 фашистов. За этот подвиг от имени командования ей объявляю благодарность. Потом перед всем строем он обнял меня и поцеловал как сына. Я смутилась и покраснела. Хочется повидаться с вами, побывать в родном ауле. Ну ничего, придете этот час, мы будем праздновать вместе победу и возвращение на родину. Родная Сапура, с большой задержкой отвечаю на твое письмо. Оно пришло, когда я была на охоте. Сегодня 2 января 1944 года. В тылу радуются, веселятся, наверное. А вот мы находимся под открытым небом, на морозе. Метель, пурга. Кругом ни одного жилья, кроме нашей единственной землянки. Только что зашла сюда на минутку немного отогреться и вспомнила тебя. Пишу на коленях. Неудобно и к тому же темно. Ну ладно, хватит расстраивать тебя. Поздравляю с Новым годом. Желаю счастливо жить и здравствовать. И вот, находясь вместе, мы с ней договорились, что Лия, в случае гибели тебя или меня, значит, мы должны все-таки написать родственникам, чтобы они знали. Ну и в жаркой схватке за деревню Казачиха вдруг вышел из строя командир роты. Лиечка, увидев такую обстановку, короткими перебежками пробежала, поднялась во весь рост. И с криком «За мной вперед!» увлекла оставшихся солдат в атаку. Она первой ворвалась в деревню, завязался ожесточенный бой в траншее. Немцы не выдержали. Молдогулова одна вырвалась далеко вперед в немецкие траншеи. Из блиндажа выскочил офицер. Фашист выстрелил, смертельно ранив девушку. Но отважная девушка нашла в себе силы и дала длинную очередь по офицеру. Со слезами на глазах я писала это письмо. Сразу же буквально присела на корточки возле дерева и написала письмо о гибели Лиечки, ее сестре Сапуре.